Всероссийская экологическая акция «Лес Победы» 14 мая прошла на 10 площадках Ленинского района. В ее рамках посажено более 500 новых зеленых насаждений. В этот день вся страна, вместе с ней жители муниципалитета, внесли свой вклад в сохранение природы. Именно эта экологическая акция для всех нас является отправной точкой, так как мы даем жизнь новым деревьям. К акции подключились многие поселения, но самая масштабная посадка была в Центральном парке отдыха города Видное, где собрались представители общественных организаций, работники администрации и просто неравнодушные люди. Одним из них стал наш земляк Николай Вдовин, начальник управления по обеспечению деятельности противопожарной спасательной службы в Московской области. Земля стала родной, люди стали родные. И хочется, чтобы в этот такой прекрасный, хорошо организованный день оставить, что называется, посадить дерево. Тем самым оставить для жителей и для себя память и для внуков, и тем самым оставить доброе дело. Земля Ленинского района пополнилась деревьями клена, каштана, березы, кустарниками жасмина и сирени, которые, кстати, символизируют победу, что очень символично, так как сама акция была посвящена великой победе советского народа. Самыми главными героями на мероприятии, конечно, стали ветераны, которые в силу возраста зеленые насаждения не высаживали, но поддержали молодежь. Самая большая основа – это беречь все то, что дается нам, увы, природой. И если мы будем бороться коллективно, как сегодня здесь, то мы победим. Человек будет самой-самой стойкой фигурой жизни на нашей благодатной планете. Семья Воеделовых пришла в парк в полном составе. Родители считают, что детям любовь к природе нужно прививать с малых лет. Чтобы они видели, как беречь лес нужно. Акция «Лес Победы», в частности, была направлена на восстановление лесного фонда Московской области, который пострадал от вреда жука-типографа. К счастью, Ленинскому району повезло. Лесные массивы муниципалитета почти не затронула эта проблема. А вот в городском округе Подольск многие деревья пострадали, в связи с чем произошла значительная санитарная вырубка. В этот же день делегация от нашего района поехала помогать соседям восстанавливать фонд. Юлия Погосьян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.